изначально выбирает оболочку. Вы а помните, помните интересно, вы... когда вы расставались, вы ей что сказали? Что, думаю, ты очень красивая. Ты прекрасно танцуешь в клубе. Но я с тобой расстаюсь. Я скажу честно, я расстался с ней не солидарно. То есть не было вот такого расставления по полкам и анализа всего того, что произошло. Значит, вы просто слиняли от нее и все. Вы ей не дали шанса, получается, да? Как не дал? Да. Какого года? Это же совсем мало. Ладно, в музей привел, Мы говорим, что в гармонии сделаем. Смотрите, давайте начнем с того, что познакомились вы где? В клубе. Теперь она... пойдете куда знакомиться с девушкой? В библиотеку. Слушайте, мой вам совет. Пушкинский музей. Вот сейчас, обратите внимание, в истории произошло несоединение. Мужчина влюбился, увлекся женщиной без ума. Потому что он не увидел, какими качествами она обладает, а потом только это все раскрылось. Давайте вернемся к теме все-таки, зачем нужен ум. А, дело в том, что известно, что женщине более национальной, чем мужчина. Именно для автомобиля, для этой скорости и нужна хорошая управляющая. Я выходила за утро. У меня просто своя точка зрения на любые события, политику, личное, это труд. Вы подумайте, что-то делали? Конечно. Его очень было, что я все успевала сделать слишком быстро, как он считал. Это поспорить в смысле? Поспорить. Мужчина, знаете, после чего? Успешный, интересный, опаздывает, раз.